Чирлидинг, брейк-данс, шоу-карате, зрелищное мероприятие «Фестиваль здорового образа жизни» прошло в школе номер 6. Организаторами выступили Общественная палата Щелковского муниципального района и Комитет по образованию. Цель фестиваля – решение проблемы занятости подростков во внеурочное время, которое в первую очередь направлено на борьбу с нездоровым образом жизни, бесцельным времяпрепровождением молодежи. Все-таки первое место – это здоровье. Если вы будете здоровы, вы всегда будете жизнерадостны. Жизнерадостно, значит, вас будут любить другие. Если ребенок ходит в секции, занимается, его это захлестывает, ему интересно, он этим живет. И тогда ему не до того, чтобы курить, пить или заниматься еще какими-то вредными привычками. Молодежные направления в сценарии конкурса выбраны не случайно. Чирлидинг, брейк-данс, карате набирают большую популярность среди молодежи. Подростки зачастую хотят заняться понравившимся видом спортивного танца или записаться в секцию, но не знают, где ее найти или записаться на бесплатные занятия. Фестиваль призван помочь определиться школьникам с выбором и зажечь искру интереса. Некая реклама, некое такое продвижение вот, культа здорового образа жизни среди детей, среди подростков. Вот. Я думаю, что даже если после этого мероприятия 10-15 человек детей запишут в какие-либо кружки и секции, по интересам, естественно, то это уже будет, я думаю, хороший результат. Целевая аудитория – дети от 13 лет. В зрительном зале собрались учащиеся 6-й школы и Щелковской гимназии. Яркие номера не оставили равнодушными юных зрителей. После фестиваля многие подростки решили всерьез заняться спортом. Некоторые с гордостью делились успехами. Я занимаюсь секцией тэквондо и брейк-данс. Сегодня мы выступали в брейке с моими друзьями. На фестивале особое внимание уделили призыву обязательной сдачи норм ГТО. Ребятам объяснили правила подготовки. По результатам сдачи норм ГТО вручаются значки – золотой, серебряный или бронзовый. Всю информацию можно также почерпнуть в интернете. Ольга Аржанова, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».